Привет! Сегодня мы поговорим о двух командных играх с мячом. Посмотрим, в чем они похожи и чем различаются. Начнем программу с известного и популярного вида спорта. Один из прошедших выпусков нашей передачи был полностью посвящен футболу. Это игра миллионов, популярная во всем мире. Думаю, каждый хоть немного, но знаком с его правилами. Поэтому не будем заострять на них внимание. Отметим, что 2 марта мытищинские футболисты принимали на своей площадке команду из Дубны. Вырвать победу в первом матче воспитанникам детско-юношеской спортивной школы не удалось. Зато их старшие товарищи во второй игре показали все свое мастерство и порадовали болельщиков и тренера победой со счетом 3-1. Для мальчишек футбол, пожалуй, один из любимейших видов спорта. Он помогает не только развивать физические качества, такие как скорость, дыхание, ловкость, координация, но и формирует характер. Футбол – командная игра. Здесь ты вынужден принимать быстрые решения, ориентироваться на своих партнеров по команде, страховать их. Слаженная, грамотная игра футболистов в атаке и обороне – поистине красивое зрелище. Но не менее красивой является игра в волейбол. Мы решили сравнить эти виды спорта. И первый вопрос – чем привлекателен волейбол? Увлекла игра своей необычностью и своей сложностью. Потому что за доли секунды, которые в игре контактируешь с мячом, нужно выбрать решение из там, многих вариантов, выбрать одно единственное верное. Вот. И применить его как бы, в игре так, чтобы это было полезно команде и был достигнут результат. А результат этот достигается только путем длительных упорных тренировок, на которых отрабатываются не только технические, тактические навыки и приемы, но также, по словам тренера, вырабатывается психологическая устойчивость спортсменов. Когда ребенок впервые приходит в секцию волейбола, он еще ничего не умеет. Зачастую дети даже с трудом могут поймать мяч. В самом начале, когда ребенок приходит на тренировку, ему не важно это волейбол, футбол, там, гандбол, ему важно играть. Вышибалы, перестрелка, пионербол, колдунчики, догонялки, футбол, вот все, что, во что можно играть, соревноваться, для ребенка это важно. И это будет сохраняться на протяжении там, первых трех лет тренировок, это точно. Вот за счет игр можно ребенка втянуть. И только лишь потом он поймет, что, оказывается, он занимается волейболом, и что он уже без волейбола не может жить и не представляет себе дальнейшей жизни. Игровые моменты сохраняются и на тренировках более взрослых спортсменов, которые уже могут показать довольно техничную и красивую игру. Вначале тренер ставит цели своим воспитанникам. После разминки ребята приступают к основной части занятия, где как раз и отрабатывается техника игроков. Под руководством Дмитрия Викторовича тренируются две команды – юноши и девушки, которым сейчас по 14 лет.
заключительной части тренировки – игра. Не последнюю роль в команде играет капитан. Поддерживать командный дух, чтобы игроки не раскисали, все время были боевыми парнями. Тяжело, надо. Команда зависит от тебя, она смотрит на твой настрой. И какой у тебя настрой, такой у нее. Если ты ходишь грустным, то команда тоже будет грустным. Если ты будешь поднимать дух команды, то она будет веселая, готовая к борьбе, к игре и готова к победе. Какова задача капитана на площадке? Поддерживать команду, поддерживать дух команды, чтобы она могла, чтобы она эмоционально была готова и психически была готова к игре. Долгие упорные тренировки, на которых спортсмены и их тренер выкладываются на все 100%, приносят свои результаты и плоды. Помимо красивого зрелища, воспитанники детской и юношеской спортивной школы показывают хорошие результаты на соревнованиях. Девочки и мальчики выступают в соревнованиях детской лиги первенства Московской области. 3 дня назад у нас закончились соревнования среди мальчиков. И по итогам соревнований мы показали пока на сегодняшний момент лучшие результаты всех, что были раньше. Мы заняли по итогам 2 туров 5-е место. Волейбол, как и футбол, командный вид спорта. Пожалуй, основная задача тренера – сплотить команду, соединить разных по характеру людей в единое целое, чтобы получился живой организм, который бы действовал слаженно и отточенно. Наверное, главное отличие одной игры от другой в способе контакта игроков с мячом. К тому же футболистам предоставлена гораздо большая площадка для демонстрации своего мастерства. В этом особенность футбола. А как обстоят дела в волейболе? Особенность этого вида спорта является то, что спорт достаточно сложен технически. Вот примером может являться сравнение с футболом. Если в футболе уже на первой и второй тренировке можно детей делить по командам, ставить играть, и будет игра получаться. В волейболе, чтобы добиться игры, нужно где-то 2 года прозаниматься начинающему спортсмену. И только потом будет лишь подобие игры, которое там еще со взрослым волейболом ничего общего иметь не будет. Потому что технический вид спорта сложный. Мы увидели, в чем сходство и различие 2 интереснейших командных видов спорта. А что главное в каждой из этих игр? Как нас учил тренер в волейболе, особенность такая, что главное – это быстро соображать. То есть принимать решения. Главное – быстро, потому что времени на раздумья здесь нет. Даже в шахмат, даже в блице есть какие-то секунды, время подумать. Здесь времени нету. Несколько секунд взаимодействия с мячом за всю игру посчитано компьютерными там, технологиями. А за эти несколько секунд разгораются такие там баталии, комбинации, борьба. То есть очень быстро надо думать. Главное в футболе любить футбол. Если не любить футбол, то нечего делать там.
В любом случае, какой бы вид спорта вы ни выбрали, мы желаем вам успехов на этом нелегком пути. А если вас заинтересовал волейбол, приглашаем на занятия. Сейчас у Дмитрия Викторовича идет набор мальчиков и девочек 2003-2004 годов рождения. Подробности по телефону, который вы видите на экране. А мы увидимся с вами ровно через неделю. Пока!